Здравствуйте, ребята, снова Шабалин Дизайн. Сегодня я представляю отцепы, которыми пользуюсь. Отцепы — это компания «Титановая мечта». Вот, у них два вида таких отцепов. Есть еще вот такой вот на 2 килограмма. То есть они по комплектации совершенно одинаковые. Вот, я пользуюсь такими отцепами, пока лучше ничего не видел. Ну, по крайней мере, для себя я не сталкивался с другими. Потому что ты, когда начинаешь рыбачить, у тебя воблеры уже начинаются все дороже и дороже и дороже. И потери все становятся, все, как вы сами понимаете, когда ты теряешь 1000 рублей, уже как бы достаточно ощутимо. Ну и вообще, то есть я вот с килограммовым отцветом я постоянно летом и зимой, то есть и на жерлице мы там ставим, он тоже спасает, бывает. Вот, и летом. Но вот до килограмма, это примерно до 3-4 метров, он нормально отбивает. Ну как нормально? Ну отбивает он. Он спасает очень много. Вот, помогает. Вот 2 килограмма, ну это уже метров до 6, он, я думаю, до 7 возьмет, потом уже надо утяжелять. Вот. Из чего он состоит? То есть это такая сумочка, вот сам груз. То есть здесь вот вы выкрутили, вот он у вас вот так вот получается. Вот, все тихонечко вот так вот ставили, провернули. Сюда надо, конечно, веревочку привязать. Единственный момент какой, когда вы груз будете спускать, с веревочкой надо поаккуратнее, потому что руку можно обжечь. Такое иногда бывает, то есть резко рах там, ну то есть раз и, то есть, ну бывает такое. Вот, если у вас там воблер зацепился, я обычно как делаю, то есть я сначала так спустил, если так не отбился, то я одеваю вот такую вот метелочку. То есть метелочку сюда одевается, она и уже с метелочкой. Вот тут еще цепочечку там одевает. То есть вот, ну этого в принципе вполне достаточно. Если вы попали в сеточку, вот в сеточку, то есть то прицепляется вот такой крючочек и по-любому вытаскиваете. Мы как-то раз даже вытащили, я не знаю, какой-то трос. То есть какой-то трос вытащили. Вот, то есть это настолько там, как бы, я не знаю, там у нас, мы были удивлены на самом деле. То есть вот такая вот у нас штука была. То есть вот, ну вот реально вот «Титановая мечта» пока вот делает неплохие такие отцепы. То есть как бы вот. То есть в принципе вот, пожалуйста, тоже смотрите. То есть вот все, что мог, вот опыт использования вот такой. Всем до свидания.